Друзья, я хотел бы сейчас позвать сюда мамы и папы, которые принесли сегодня деток на благословение. Я читаю такой текст, смотрите, как написано. Царь Давид говорит: «Потомство мое будет служить ему, то есть Господу, и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Папы, мамы, приносите сюда деток. Мы сейчас будем совершать молитву. Анатолий, помоги мне. Спасибо. А царь Давид говорит, что мое потомство будет называться Господним. Мы приносим наших детей, мы называем их Господними детьми. Они нам, друзья, даны всего лишь на коротенькое время. Они нам даются на очень недлительный сезон жизни. На каких-то 17-20 лет. Проходите вперед, друзья. А дальше они избирают свой путь, а дальше они избирают свою жизнь, а дальше они принимают решения. Но покуда они на руках отца и на руках мамы, мы будем молиться, чтобы Бог уже их брал в свой удел. Написано, что Иоанн Креститель от чрева матери был исполнен Духа Святого. Самуил от чрева матери исполнен Духа Святого и призван к особому служению. Мы не знаем, вот на руках у Юрия, на руках у Ребекки, детки, мы не знаем, кто из них вырастет. Может, наш президент, может, мы сегодня за президента United States молимся. Может, за какого-то губернатора, судью, миссионера, может, доктора, может, трак-драйвера, может, пастора, мы не знаем, но мы будем благословлять. Кем бы они ни встали в жизни социальной нашей, чтобы они были Господни, чтобы Божья охрана, Божий Дух их охранял. В атмосфере миллионы бактерий, болезней, но чтобы ни одна из них не прикоснулась к их телу. В атмосфере и вокруг нас, в жизни, в обществе столько много грехов, чтобы ни один из них не поразил этих жизней, чтобы Божий Дух и ангел Господень был вокруг этих деточек. Я попрошу сюда наших пасторов, брата Анатолия, брата Володю. Брат Анатолий, возьмите ребеночка Юры, а брат Володя возьмет ребеночка Питера. И хочу представить вам, покуда братья берут, это Юрий и Алена Литвиненко благословляет сегодня ребеночка, которого зовут, помогите мне, Давид. И Питер, и Ребекка, москвичи, благословляет своего ребеночка, которого зовут Эви. Левий. Левий. Очень красивое имя. Да. Давид и Левий. Так и хочется, чтобы они оправдали эти имена, эти две жизни, чтобы прожили для того, для чего. Для того, для чего рождены. Чтобы побеждали Голиафов, побеждали этих львов, которые в жизни выступят, да, Давиды. И чтобы Левии, ну, писали песни, сочиняли музыку, чтобы жили, ну, Шатецки долго будет жить, но рано или поздно он пойдет на пенсию, а левиты нужны, левии нужны, чтобы они такими росли. Друзья, давайте мы поднимемся, совершим молитву. Я попрошу Василия Ивановича, он как старец, помолится в микрофон, а мы все протянем руки и будем благословлять Давида и Левия. Молимся, братья и сестры. Благословен ты, Боже! И благословено имя Твое святое и прославлено. И мы ныне, Господи, пред лицом Твоим стоим и молим Тебя, услыши наши молитвы. Мы призываем Твое благословение на этих детей и на родителей, чтобы Ты благословил этих детей, чтобы Ты благословил родителей и дал им мудрости, Боже, воспитать этих детей, чтобы, Господи, они были Твоими, Твоим наследием. Боже, благослови их, укрепи их по великой милости Твоей, чтобы они росли крепкие, здоровые, Боже, и служили Тебе. Мы ныне просим Тебя, Иисус, мы призываем Твое благословение, Твою милость, и мы благословляем их
именем Твоим, во имя Иисуса Христа, да придет милость, да придет благословение. За все мы Тебя славим, величаем и превозносим великого Бога нашего, Отца, Сына, Духа Святаго. Аминь. Друзья, вы можете присесть, вы можете присесть. Мы поздравляем от имени церкви, поздравляем Юрий, Алена, а также Питер, Ребекка, поздравляем вас. Друзья.